Одно из них по программе «Антинарко» – муниципальный турнир дворовых команд по мини-футболу. Организаторы турнира – Управление по делам молодежи и Центр патриотического воспитания «Ратмир». Очень приятно, что сегодня вы пришли поучаствовать в этом турнире. Я думаю, что такой турнир для вас будет очень полезен. Вы сможете продемонстрировать, что вы умеете в футбол играть, как играть. И, может быть, у нас будут в дальнейшем из этого турнира выйдут чемпионы. Заявки на участие подали 15 команд не только дворовых, но и юношеские из пансионатов. Возраст участников от 17 лет до 21 года. Пока что команды проходят первый круг игр, разыгрывая путевки в финал. Победителя определят 8 августа, на третий день соревнований.